Итак, друзья, всем привет! Вы снова на канале «Как в Америке». И сегодня мы посетили вот такое вот замечательное место, которое находится где-то минут 15 езды от Портленда. Называется Vista House. Я немножечко вам сегодня поснимаю, покажу. Сейчас мы находимся вот, короче, где-то здесь мы заходили. И сейчас мы находимся внизу в подвальном таком помещении. Здесь такая вот галерея. Красивая. Вот такие вот скалы здесь. Совсем рядышком возле Портленда. Очень высокий водопад здесь недалеко, Mount Noma Falls. Может быть, если на водопад подъедем, тоже сниму, покажу для вас. Но там вроде как было закрыто, были очень сильные пожары в этом году. На улице сильнейший ветер, ну, обязательно еще снаружи сейчас выйду, сниму, покажу для вас, какой вид открывается с этой обзорной площадки. Vista House был построен в 1916 году, начало строительства в 16 году, его строили 2 года. Вот это видно с вертолета, они фотографировали. Площадка находится на высоте 223 метра от уровня реки. Да, вот в 2014 году его показало, что еще и даже не было, только площадка. 2012 год тоже вот это вот, там вот здесь вот должен находиться. Итак, в подвальном помещении находится вот такая кофейня, где можно купить кофе, шоколад, печеньки, перекусить маленько. Всякие различные сувенирчики тут продаются. Вход абсолютно бесплатный. Люди ходят, тут читают различную информацию, все смотрят. Вот такой вот большой магазин сувениров. Хочу еще раз повториться, это все находится в подвальном помещении. Вот, мы поднялись из подвала вот по такой вот лесенке. Ну, точнее, сначала мы туда спустились, там кафе, сувениры, там небольшая галерея, можно истории почитать, что там как. Вот такой вот, этот Vista House, вид изнутри, купол такой, красивые стекла там на окнах. Вот такой вот замечательный вид открывается с этой обзорной площадки. Вот там уже виден Портленд. Там Портленд. А по ту сторону реки Ванкувер. Вот это вот я вам уже показываю штат Вашингтон, там Ванкувер. Вот это снова вам показываю штат Вашингтон. На улице сильнейший ветер. Замечательное место. Правда, здесь очень-очень ветрено, поэтому тяжело.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Как в Америке?